Очень штука классная. Прям усыпана. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот она, какая красота. Ох, какие отчетливые следы. Совсем недавно здесь кто-то проходил из животных. Мы пришли на озеро, и вообще не зря. Словно попал в какую-то сказку. После теплого весеннего дождика я с барбосами отправился в лес. Уже вечер, 8 часов вечера. Солнышко уже село, но птицы поют так, что очень захотелось их перед сном послушать. И кроме того, мы идем в одно место. Поляна. Она больше всего освещена солнышком. И я хочу посмотреть, распустились ли почки на соснах, ну, и появилась ли пыльца. Вот там обычно, там где более солнечное место, там деревья быстрее идут в рост, соответственно быстрее появляется цветение, и хочется посмотреть, если пыльца появилась, то завтра отправимся на сбор пыльцы, на заготовку этой полезности к зиме. Очень штука классная. Вот, а пока наслаждаемся чистым сосновым воздухом после дождя. Под пение птиц. Красота!
сегодня по лесу гуляем не только мы с барбосами, а мы еще выгуливаем кучу-кучу комаров, которые летят прямо за нами, за мной точнее. И стоит только остановиться, сразу начинают прилипать так, что ух, не остановишься. И заметил такую штуку интересную, что не было комаров. И буквально 2 дня назад, как по мановению волшебной палочки, раз — и комаров стало много. Не было, потом раз — и много. Чудеса творятся в природе. Ох, красота, красота. А мы уже совсем близко возле той полянки, о которой я говорил. Видите, какой темный, непроходимый лес по левой стороне. А по правой стороне дороги высокие деревья, стройные, красивые. Ох, дышится полной грудью, классно. Где-то вот там вот так поет птица красиво. Надеюсь, вам было слышно, потому что поет ну прямо от души, так сладко песенку свою. Мы подходим вот к этому солнечному месту, про которое я говорил. И вот уже вот первые сосенки, по ним мы уже будем видеть, насколько здесь теплее, чем на лесном домике. Надеюсь, вам видно, сколько здесь комаров летает. Да, я думаю, видно. Прямо усыпано. Ой-ой-ой-ой-ой. Товарищи, откуда вас столько? Резко появилось. Мне так нравится переход. Вот темный лес. А потом резко поляна таких ярких, сочных, салатовых березок, молоденьких. Сразу так настроение повышается. Тут кажется, что тут такого? А сразу раз — какая-то весна, хорошо на душе, легко так. И потом пошел уже другой лес. Подходим мы к сосне и видим, что вот совсем скоро пойдет пыльца. Еще пока нету пыльцы. И я смотрю, что на лесном домике, возле него, на соснах примерно точно такая же картина. То есть нету такого, что какое-то место более солнечное быстрее, а какое-то место более медленно. Получается, все равномерненько идет своим чередом. Вот какие красавицы. Ну, я думаю, через пару дней, когда раскроются эти штучки, ох, можно уже начинать сбор этой красоты, полезности на всю зиму. Вот она, какая красота. Решили мы с песами заодно уже навестить озеро в лесу, посмотреть, как оно после дождя, как оно уже готовится отходить ко сну. Уже вечер, скоро начнет темнеть, и хочется навестить эту красоту.
пройдемся вновь через цветущую аллею, наполненную пением птичек и прекрасных цветов. Такая красота! Я думаю, что-то здесь поменялось с прошлого раза. Думаю и понял. Комаров добавилось немерено. А так та же красота, все осталось, и пение птичек осталось. И цветение прекрасных деревьев, все радует. Ох, какие отчетливые следы. Совсем недавно здесь кто-то проходил из животных. Совсем недавно кто-то поскакал прямо-прямо в ту сторону. Мы пришли на озеро, и вообще не зря. Я как чувствовал, надо идти. Сейчас вы услышите вот эти симфонии. Кучу-кучу-кучу птиц, и плюс кукушка еще кукукает. Ух! Как-то по-особенному здесь хорошо и уютно вечером. Вечером я здесь еще не был и словно попал в какую-то сказку. Такие сладкие симфонии птиц, такая тишина. Что ж, уже темнеет, и пора собираться обратно домой. Надеюсь, вам хоть немножко передалось вот этих ощущений прекрасной природы, вот этого умиротворенного пения птиц, которое расслабляет и в то же время наполняет некой радостью. В общем, я отдохнул душой в этой поездке, хотел сказать, в этом пешем походе после дождика.
прекрасный лес. Что ж, друзья, на этом, я думаю, выпуск можно заканчивать. Буду рад, если напишите какие-то слова, что не зря снимал, понравилось, не понравилось. Ну, в общем, буду рад любой вашей обратной связи. До встречи, друзья! Увидимся в новом выпуске «Художник деревни».Матушка природа сделала нам еще один классный подарок. В завершение просто бомбический закат под пение птиц. Вечером становится прохладно в лесу, особенно после дождя, сказывается сырость. И вот, придя домой на лесной домик у реки, распахнув дверцу печки, ты начинаешь кайфовать от этого тепла. Когда угольки догорают, в доме тепло, натоплено, уютно. И можно неспешно посидеть с чашечкой ароматного травяного чая, глядя на догорающие угольки.